Всем привет, мы на канале Чумка ТВ. Сегодня мы будем открывать, делать лизун печень, вкус печеньки. Сегодня у нас необычный лизун, это мыло лизун с ароматом печеньки, набор для самостоятельного изготовления. Да, там. Он тянется, лепится, им можно мыть руки. Он растворяется в воде и содержит натуральные компоненты. Давай будем открывать, смотреть. Чашка вот такая вот, пузырички, мясок. Вот такая емкость. Вот такой мясок. Это, наверное, чтобы стелить на ней делать. Вот крышка для чашки. Здесь у нас жидкая мыльная основа. Натуральный краситель красный. Так, здесь палка. У нас... натуральный ароматизатор, глицерин, палочка для смешивания, такая инструкция, вот, и вот такой у нас пакетик с картофельным крахмалом, то есть, в принципе, все ингредиенты у нас натуральные, да? Так. Что нам нужно делать? Нам нужно взять миску и вылить туда все содержимое флакона с жидкой мыльной основой. То есть вот эту белую жидкость нужно все? Вылить. Все? Все. Все? Вливать? Да, я вообще не выбрала. Могу ставить, наверное. Так, дай. Ну, что тут прямо очень густая. Вот, какая. Густачно. О, каша манная. Точно, как манная каша. О, теперь вообще манная. Пузырьками манная каша не бывает. Теперь что надо, мам, на инструкции написано. Сейчас, подожди. Я буду смотреть. Я понюхаю. Ничем не пахнет. Легкий запах мыла есть. Такая густая. Дальше. Это густым крем. Мы добавляем в эту основу 15 капель красителя. Я сам. Сейчас, подожди. А ты будешь считать, ладно? Еще и не откроешь. Давай. А ты будешь считать. Поняла? Считай сам. Раз. Два. Три. 6, 7, 6 капель выдавил. 7, так. Нет, я давно не выдавил. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, подожди пока. Дальше. Добавляем 10 капель ароматизатора. Да. Давай бери палочку. Подожди, пока не мешай. Я мешаю. 10 капель. Давай я добавлю, а ты будешь мешать сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мешать? Неправда, печенькой пахнет. Мешай. Точно, печенькой. Тщательно перемешиваем. Давай, давай. Перемешиваем. Что дальше там? Мешай, мешай, нужно хорошо перемешать. О, розовый. Вот такой розовый цвет. Нужно, наверное, даже еще добавить. Давай еще краситель добавим чуть-чуть. Давай. Сколько капель? Давай еще 10 капель добавим.
чтобы он у нас яркий был. Давай капай. Один, два, три, четыре, пять, восемь. Все, хватит. Зачем капель надавил? Еще открыть возможно. У нас получилась вот такая масса. Непонятной консистенции. Г. Н. И. П. Так, дальше. Мы добавляем все содержимое флакончика с глицерином. Сейчас я открою, а ты все вылишь, ладно? Все? Отмесать будешь? Да, все выливаем. Да, оно вообще не выливается. Все выливай. Да не могу еще. Давай. Дай мне. Сейчас на руку еще накапаю. Намесать буду. Мам, дай палку возьму. Очень тяжело это все выдавливать, конечно, из таких тюбиков. Давай, мам, я мешаю. Написано, это все высыпать? Всё. Мешай дальше. Нет. Дальше. Нужно аккуратно порциями добавлять. Подожди. Крахмал постоянно перемешивается до тех пор, пока не получится масса, похожая на тесто для лепки. Трогаем, она жесткая. Точно. Берем, она льется как вода. Опять трогаем, она жесткая, да? Льется. Так, давай прочитаем. Вода. Чтобы добиться пластичности, нужно его взять в руки и разминать. Давай. Брать, ставь мне в руки. Когда мы разомнем или мыло, лизун готов. Его можно оторвать от него маленький кусочек и помыть им руки. Хранить мыло, лизун на. Нужно в закрытом контейнере. Вот у нас крышечка входит. Если он засох, можно восстановить, добавив немного воды. Разминай в руках. Не могу, ля. Он льется. Вообще у меня все руки мыльные. Ну, это мыло лизун. Вот такой вот. Ну, он, значит, и не должен быть. Такой мыльный. Подожди, я попробую. Он жидкий, вау. Действительно. Такой мыло-лизун. Но когда его положишь в чашечку, он становится жесткий. Жесткий, твердый. Вот. Это моя рука, мам. Мы добавили остатки крахмала, чтобы он у нас стал погуще. Вот он, теперь его хотя бы можно в руки взять. Дай. Подожди, сейчас я все остатки здесь вытащу из баночки. Дай его мне. Пахнет действительно печенькой. Сейчас, подожди, я покажу. Вот. Во. Вот у меня такой мыло-лизун. Вот такой прикольный. Держи.
Ой, какой мягкий. Прикольный, да? Да. Теперь его можно играть с часами, да? О, лука. Угу. Да. Вот сейчас намылим. Вот, давай. Пробуем руки. Куда? Ну, моем руки, это как будто мыло. Мылится? Мылится. Дай мне кусочек. Что, размывать его? А он тает. Тает он в воде? Он либо мылится, но... Тает? Он тает. Иду-то наш растаял, да? Угу. Как снег. Ну и тоже вроде руки вымыл. Руки чистые. Да? Вон. Все чистюли. Вот, налили тут прям чистюли.